И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы пойдем Камень Кары, если я правильно помню. Пойдем по четырем местам. Так, нет, не по местам. Вот, раз, два, три. И вот здесь будем все это дело собирать. Да, если время останется, надо будет сходить в эту пещеру. Я уже не помню, почему ее отмечал. Честно, прям не помню. То ли там животное какое, то ли чё. Короче, ну, посмотрим. Сделал я, кстати, ловушки две штучки. И здесь накидываются мне хорошие рыбешки. Хорошие рыбешки они чем? Когда их пережариваешь, то они дают вот такие эффекты. Запас сил плюс 21. Урон оружия для проворных плюс 15%. Не кисло, да? Урон спутника плюс 12 и бонус к харизме. Урон силового оружия плюс 15. И здоровье плюс 60. То есть как бы плюс 60. Это у меня раскачанные характеристики. Когда у тебя всего их 300. Да, там 320. И такой плюс 60, это так не кисло. Да даже при моих 840 плюс 60 здоровья, это хрена, как бы так сказать. Вот. Также наткнулся на, точнее, в предложку попал видос про доспехи. Там сказано, что это самые сильные доспехи. Может быть, что-то изменилось, ну, в плане защиты. Да, здесь урон оружия, вот целого оружия всего лишь один только параметр. К примеру, здесь два параметра, точнее, два доспеха дают урон к оружию. Но по доспехам это, конечно, все да. Да, немножечко подраскидал на них доспехи. Вот, хотя бы они не голые стоят, и то уже хорошо. Вот, и посмотрим, что уже будет дальше. Кстати, а что у меня там снаружи? Ты у меня... А, ну хотя да, слушай, тоже нормально доспехи. Ну, эти лучники, это понятное дело. Там лучники, здесь лучники. В общем, тоже такое, короче. А, нет, вот он, боец. Боец, ну, тоже нормальные доспехи. Такие, плюс-минус. Хотя, да, доспехи в целом не очень, но плюс-минус хотя бы. Так. Сказной будем возиться как-нибудь в другой раз. Сегодня... Я думаю, в этой и следующей серии пойдем именно по пещерам. Может даже три серии подряд, кто ж его знает. Ну, там будет, как говорится, видно. Вот, ну, как я уже сказал, сегодня мы пойдем вот по трем местам. И где-то вот здесь там. И собирать будем все это дело в едином. Так, мне нужно взять бойца, которого можно будет прокачать. Лучник? Ха, интересно. Боец. Боец, это, конечно, хорошо. А что у тебя, кстати, по характеристикам? Ты же проворный, да. Ты боец из проворных. Из проворных, у которого, если что, качается сила. Точно, точно, точно. Так, ну ладно. Следовать за мной. Ну, кстати, не кисло, вот бонус к здоровью дает. Ну и, собственно, все это дело перекидываем с одного на другую. Чтобы найти, где она. Ёпстадей. А, во. Вот, сразу же дает шанс роста, то есть стопроцентный. Ну и посмотрим, что в итоге в конце выйдет, скажем так. Естественно, все остальные шмотки, но не выкидывают же, так что закидываем все на нее. Так, ну и щит с мечом пускай тоже будет. Хотя, по сути, это все нафиг не нужно. Особенно щит, но бог с ним. Так, что у нас с тобой? У нас с тобой первый левел, так что в целом-то ничего сложного нету. Здесь легче пешком дойти, потому что даже от обелиска бежать сюда дольше. Ну, там падать вниз и так далее. Здесь просто немножко по воде, немножко туда-сюда и уже как бы... Уже как бы на месте. В целом, я в той пещере точно бывал, я знаю.
ну, не в этом путешествии, а в других, вот, скажем так. А почему я знаю? Потому что что-то какой-то я там ресурс добывал. Если я правильно помню, я какой-то там добывал ресурс в пещере с крокодилом, с жестким крокодилом, мышным, сильным, вот это вот и все. Какой-то я ресурс добывал, какой точно, не помню. Может, за кожей бегал, кто ж меня знает. Типа там много спавнится крокодилов. Что тут использовать? Много спавнится крокодилов и... Underneath the skull of a mammoth. Smash it. The only way. Хм. Типа обрывок, короче, это текста. Прикольно. Записи с пятнами от воды. Ну, базарит, ну, конечно, полный текст, но прикольно. Как минимум то, что ты просто тупо бежишь и хоп, текст валяется. Ладно, бежим в пещеру. Кстати, вот масочку бы на ночное видение. Вот это было бы вообще огонь. Почему? Ну, типа маску надел, и оп, у тебя ночное видение. Потом маску снял, и у тебя отключилось ночное зрение. Так сильно бесящее меня ночное зрение. Вот. Крокодилов победить, окей. Скала грифонов. Помню, я туда залазил. Там можно перья собирать было. Почему-то... Нифига ты везунчик! Вот, почему-то это... Ну, стервятник. Он же грифон, он же стервятник. Как бы одно и то же. Почему-то я этих куриц не находил. И куда-то грохнулся. Ха, за текстурой упал. Куриц всяких страусов и так далее не находил. А вот грифонов нашел, стервятников. Грифов, не грифонов, дебил. Вот, там у них гнезда тусуются. И можно это... Вроде бы яйца добыть. Точно не помню. Или я не оттуда яйца добывал. Чучело бес нашел. Мимо деревушки пробирал. Чучело бес нашел. И... Сейчас надо дойдет и сдохнет, что ли. Или это в другой пещере было. В общем, шел-шел по побережью и думаю... А тебе... Я ж иду в пещеру с крокодилами. Там же должны быть крокодилы. Вот, и решил, что... Нефиг кругаля давать лишнего. Тратить мое время. Вот они, крокодилы. На нафиг. Жгурю крокодилов куча. Вот дебил. Оба, я сейчас бегал по побережью, искал их. А там, короче, кое-как двоих нашел, пробежал по побережью и это... Пол пляжа, короче, ну вот это, рядом, который был. И нашел только двоих. Ну, это всегда закон подлости. Когда они нужны, их нету. Когда они не нужны, они на каждом шагу козлы попадаются. Вот. Немножко серы. Вот что я здесь лутал. Серу, мать его. Серу я тут лутал. Точно. О-о-о. Здорово. И пока. Привет и пока. Меня как бы крокодилы-то и не страшали. То есть с крокодилами я привык на побережье драться. И с этим проблем как бы обычно не было. То есть я брал пику и пикой крокодилов убивал. То есть как бы у меня с этим вообще проблем не было. Забираем награду. Победить мини-босса. Ну, спасибо. Ты же мини-босс? Да, вроде должен он быть. Что-то мне кажется, он раньше был пожирнее. А ты точно мини-босс? А ты точно продюсер? О, ты мини-босс, отлично. Мочи всех. Отличненько. Добыл нужный камешек. Точнее, осколок камня кары. Так, здесь ничего... А, кстати, да, я сходил уже в этот и добыл... Изучил, короче, абсолютно все, ну, в этой библиотеке все рецепты. В общем, у меня теперь абсолютно все изучено из библиотеки. Как говорится, почему бы нет. И поэтому там мне больше делать, скажем так, нечего. Отлично, мини-босса замочили.
Добавьте сокровищ в сундук, казны, стоимость выше. Что-то мне подсказывает, это должно было автоматически мне засчитаться. А, выше скольки? Ну ладно, это там сейчас свои слитки на золото перекинем и все. Мне все равно так и так прописывать хоум, чтобы телепортироваться именно в джунгли. Но я смотрю, здесь эти есть, у нас нету. Здесь у нас ничего. И вроде бы получается... Ну, получается все, здесь только вот этот крокодильчик. Куча серы. Я же говорю, я этого крокодила мочил неоднократно. Потому что серы я здесь лутал. Точнее, серу я только здесь и лутал. Для меня было по... Серному озеру пройтись, это что-то с чем-то. Ты что? Там урон получаешь. Там же помереть можно. А по факту я сейчас могу там ходить и не заморачиваясь. Ну да, чуть-чуть урон получил. Подошел, похилялся. Вот примерно так я теперь там хожу, брожу. Такие вот пироги. Так, вот это закидываем в тебя. Ха! Это название серии предыдущей. Это я решил перед этим, перед записью переименовать серию, ну, назвать серию, делал название серии, и этот картиночку поискать. Ну как поискать, если вы не знали или знали, но забыли, у меня в описании есть... Эй, какое чучело! Вот, у меня есть ссылка там, где я везде ищу, ну, всегда ищу картинки. Ну, как ищу? А, создаю. Они генерируются, скажем так. Вот это тоже можно выкинуть. Вот, и это получается этот бот в телеграм-канале. Ну, я там, получается, создаю. О, еще одна голова. Большая голова. А, я не мог ее не залутать. Потому что это единственное развлечение, которое у меня осталось. Назовем это так. Точно, у меня что-то лед закончился, а не сера. Ну, тоже бывает. Так, отойди. Факел-то выруби. Че, дурачок? Дурачок, факел-то запущенный. Включаешь, не выключаешь. Так, ага, вот сюда. Погнали. Здесь вроде бы вверх по карте нужно будет идти. Угу. Тапахнулся я, конечно, не туда, куда обычно. Я обычно сюда тапахаюсь, а здесь тапахнулся в какой-то веке правильно. Верхний ярус. Тапахнулся правильно, и да, бежим туда, вверх по карте. Паучок, паучок, огребелся, паучок. Так, у тебя 11 ловушек, кстати, неплохо. А что у тебя тут по характеристикам? О, на все руки мастер, все по плюс 2. Ну, тоже так плюс-минус, но пойдет. Вот, видали, сила прокачалась, да, 100% сила прокачка, это неху хорошеньки, плюс 20 стало. Ела сирена? Погоди, ела сирена, это же у меня с старого этого, со старой чистки было, да? Ты посмотри, ее количество хп на 11 лавле. И живучесть плюс 14. А сколько она урона вносит, интересно? Ну-ка. Мочкани-ка его. Пока что не очень. Надо с другими сравнивать, по которым уже до этого мочил. Так, ладно. Погнали в пещеру. Здесь тоже получается пещера, но пещера не которая загружается. На нафиг. На нафиг. А такая же пещера, как с крокодилом. О, головеха. Ну, кстати, я здесь ни разу не был. Это точно могу сказать. Ах ты, козел. Отравил меня. Супостат. Здесь я точно никогда не был. Мне всегда было здесь очково бегать. Вот скотина. Ну, во-первых, вот эти вот пауки. Ненавижу пауков. Во-вторых, этот. Так, отмена.
Вот это вот тоже надо, кстати, убрать сразу. И здесь вот этот вопросительный знак тоже. Во-первых, пауки, я их ненавижу. Во-вторых, мне вот эти вот насекомые, ну, отвратительные на вид, как бы. И я их всегда очковал. Ну, в том плане, что я думал, они очень много урона вносят, а по факту потом ты понимаешь, что все это фигня. И что они урон там вносят, это они ничего не вносят. Так. Хорошо, ну я-то спрыгну вниз. А как мне потом забираться наверх? Может, там типа выход какой-то с другой стороны будет? Или я карабкаться... А, это карабкаться могу, отлично. Так, ну-ка, погоди-ка. Что у нас здесь? А, просто хрусталь. Шляпа. Я-то думал, может, что интересного, а нифига. Так, спускаемся давай сразу же сам вниз. Ах ты, скотина. Так. О, красава. Только хотел предъяву кинуть за то, что где ты. А, в итоге вот она ты. Уже мочишь пауков. Красава, красава. Так, смотрим по углам обязательно. А вдруг что-то интересное там валяется? В скобочках нет? Кстати. Давай, давай, поднимай белый флаг, мочи их. Мочи, пауки сейчас тебе поднимут белый флаг. О, тихо. А я-то тут при чем? Калечащий яд. Да хотят базарить, мочи просто их всех. Так. Так, я что другое подумал. Запускай. Вот это. Не то. Запускаем. Да, мне зелененький нужен был. И... Фонарь, перчатки, некто пособие. Хована! А, кайф, кайф, погнали. Еще вот так запустим, вообще будет кайф. То есть, что если я это выключу, то... Ну, прикольно. Да, не сильно-то он освещает, факел лучше освещает. Ну, прикольно же. Эй, я тебе факелом по башке ударил, я, конечно, красава. Нормально там камбуху крутит, крутит, а это уже труп был. Ух, красота. Так, это я вернулся обратно. Угу. Ну, мочить, как говорится, так всех. Почему бы и нет? Вот. Вот, кого-то мочить собираешься? Красава! Все-таки команда атаковать всех, это наша тема. Красава, мочит так мочит. 6600. О, вот он ты. Ты же, получается, королева, да? Да, королева пустынников. И вот с тебя лутается еще один осколочек того, что мне нужно. Вот первый. Вот второй. И вот это все мы соединим в одну кучу. В одну кучу в виде одного камешка. Ну как, соединим. Чуваку продадим 3 осколка, а взамен получим один камень. Вот так примерно и соединим. Ну слушай, пещера с кристаллами получается здесь. Там пещера с серой, здесь пещера с кристаллами. Да, то есть как бы пауки, пустынники и так далее. Но здесь еще дополнительно добываешь и хор. Да, и хитин, и хор, вот это вот и все. Не кисло так добываешь. Выхода нету, получается, да, выход также через верх. Я правильно же понял? Ну, если не так, то вы напишите в комментариях. Это было не так, ты пропустил вот это вот и все. Дебил, вернись обратно. Пока посмотри, как это было. Ну, в общем, короче, да.
Да, исследователь подземелья, кстати, еще до сих пор не прошел. Я решил записать серии. Тихо, твою мать, ты дебил, куда отцепился? Я решил записать серии в ряд подряд. Пока на удивление появились силы. Вот, и это. И у меня не выходной. Точнее, у меня еще выходной пока что. Что есть немножечко запас времени. Почти выпался из пещеры и подумал, а мне ж легче от обелиска прийти. Ну, прикинь, отсюда идти вот сюда или отсюда вот сюда. Так быстрее? Логично. Ты поехался домой, обелиск, вот это вот все. Благо телепорт есть, для локалки. Пипи, вот это вот мод, это прям что-то с чем-то. Да и для серверов тоже. Ну, камон. Иметь home и set home, особенно на PvE серверах, это вообще прям изи-близи. Да и на PvP как бы тоже норм тема. Ну, особенно на рейтовых. Ну вот, поэтому почему бы и нет. Остается только добежать. Так, единственное что, как добежать. Ну, получается, да, вроде я правильно иду. Судя по карте, здесь какой-то подъемчик есть. И чтобы все не обходить, то я по нему пройдусь. Так. О, горилла. Серьезно. Пришел в бухту. Здесь сразу же высветилась пиратская бухта. Пиратский залив. Ну вот. Ну и тут уже, да, тут уже и хавку сразу же с них налутал. Опа, чё? Маска для дыхания под водой? О, добрый вечер. Сновидческая пыль? Прикольно. Вытяжка, готовая вкусная еда. Ну, пускай будет. Ну, древний лук тоже давай. Прикольно, маска для дыхания под водой. А я думал, у нас кого-то только определенного дропается, а здесь, походу, дело это и так может выпасть. А это у нас что такое? Вырезан надпись. Ладно, еще часть лора. Обломки корабля. Чё-то ты явно не на того кинулся. Редкий самоцвет, ну, немного сокровищ. Я думаю, здесь мы что-нибудь да найдем интересное. Еда и всякая фигня. Ну, золотые монетки неплохо. Чучело мне точно не нужно. Потому что что? Правильно, у меня их уже много дома стоит. Да, здесь, короче, конечно, можно не кисло так затариваться. Нет, изучать это нельзя. Что-то ты явно как-то тупишь. О, еще камешек. Отлично. Еще камешек. Да уж, теперь этот, конечно, фонарик мне очень мешает. Ладно, скоро уже ночь настанет, так что мешать перестанет. Очень много самоцветов стало дропаться с NPC-х. То есть именно вот всяких драгоценностей и так далее. Потому что вот с этой новой механикой, типа, тебе нужно сокровищ добыть очень много. И как их еще добыть? Ну, естественно, с помощью этого. Песню точно не надо. Вот, естественно, убиваешь рабов, добываешь самоцветы. Типа, у каждого же есть какая-нибудь своя поприкушка, там, и все в таком духе. Вот, поэтому... Яйцо с сюрпризом.
Чё-то не хочу даже знать, какой там сюрприз. Ай. Киса, тебя наказали. Счет первого брата. Ну, короче, куча лора. Мне это не нужно. Ё-моё, здесь просто многоэтажно вот это вот... Ах, ужас. Ха, обломись. Слушай, с них много всякой фигни дропается. Это можно шелк раздербанивать, но он мне не нужен. Вначале это выгодно, а у тебя там еще ресурсов-то нифига нету. Вот. Ну, выгодно вот это вот все делом как-то разбирать и так далее. Сейчас же в этом смысла нету. Ну да, это тоже всякая фигня. Типа в виде ресурсов. Достанешь? Ладно. Но ты и козел. Я ж мог и упасть. Ты это понимаешь? Ни черта ты не понимаешь. Что-то для чего-то... А, вот для чего. Тихо. Стоять. Вот для чего я здесь. Звенящее копье. Нужен ли мне этот боец или нет? Нужен ли мне этот боец? Да подожди ты. Ну, почему бы и нет? Да? Давай вот так вот сделаем. Сгоняем до базы. Как говорится, почему бы и нет? И вернемся назад. Где веревочка? Вот веревочка. Поломанная по черепу веревочка, но все равно. Да горилла была. Так, как тебя сказать? Так, вернуться. Как-то же срабатывала команда вернуться. Е, чтобы использовать. А что там использовать? А, вот это использовать. Нож какой-то нашел. Ха-ха, стальной нож скорняка. Прикольно. Но мне он ни к чему. Так, что у нас здесь? Декоративный скелет. Ширма. Куча всяких напитков. Ну что, получается, в эту сторону я сходил до конца, да? То есть здесь мне как таковое уже делать нечего. То есть в следующий раз мы идем сразу же напрямую туда. Хоум могу. Так, 1333. Остальное трезубец. Что у тебя по характеристикам? Ну, также проворство. У тебя проворство, конечно, 100%, сила 95%. Ну ладно, потом его как-нибудь прокачаем. Нам еще есть куда ходить. Так что прокачаем. А сейчас что? Правильно, обратку надо идти. Не сюда, а вот сюда. Так, давайте. Мы решил, раз уж практически максимальный левел, докачать. И уже посмотреть, что будет. Силу отняли... защиту добавили. 2046
защиты с этим же сетом. То есть, как вы понимаете, это не хухрышеньки. Здоровье почти 7000. То есть, тоже как бы не кисло. Урон меньше, чем у других. Это по факту. Но, как бы, тоже неплохо. Так, давай мы тебя возьмем сейчас с собой. А вот тебя ставим охранять на место. Переодеваем. Ну, в целом, да. В целом, это, конечно, неплохая боевая единица, я вам так скажу. Ну, вот прям очень неплохая боевая единица. Но... Блюдошный ты. Блядская ты. Ёбишный кусок говна. Я из этого ёбаного интерфейса вот этот кусок говна выпил. Извините, по-другому назвать это не получается. Это кусок дерьма. Тот, который ублюдок это сделал, чтобы у него хуй во лбу вырос, тварь конченая. Прям ненавижу этих уродов. Почему сложно сделать так, чтобы инвентарь у тебя вот так вот и не скакал туда-сюда? Бесит. Бесит и все раздражает. Так, мне нужно найти... еда. Вот это, кажется, накидывается. Вытяжку можно будет заюзать. Так, и получается, тебе обратно шмотки накидываем. Вот видишь? Уёбок тупорылый тот, кто это кусок блевоты. Хоть так, она просто перекидывает. Вот, сейчас повезло. Сейчас повезло, он не перекинул. Ну, кстати, надеваю эту маску. Пускай она на тебе будет. По крайней мере, я про нее так не забуду никогда. Пока что так, пускай будет. А, и рожка, пускай будет у тебя также этот трезубец. Нафиг не нужный. Вот, а здесь, смотрите, 1500 уже. Потому что что? Правильно, у него характеристика в говне, в плане выдержки. Поэтому пока что он такой хлепенький, слабенький. Так, а что мы в итоге берем? А, ну, в целом, нормас. Можно тпхаться. Это не простой лучник был, это зверовод был. И вот у него опять маска. Вот она что. Из мехагиены. Это был непростой. Кстати. Нет. А что мне там надо было сделать? Освежу эти трупы, но... Кирка не канает, что ли? Ну ёпс, тудай. Ну и насрать на тебя. А, убрал этот светлячок летающий. Задолбал у меня. А, кстати, да, сделал концентрированная вытяжка из алоэ. Она делается из чешуек. То, что я там в бездну вот это вот подобывал. Вот она из нее делается. Ну, то есть делается как типа самая босявая, плюс еще и вот это вот там. К востоку от корабля Черной Руки лежит якорь. От якоря пройдите 45 шагов. Шагом, не бегом. На север. Нафиг. Нафиг. Я думаю, я там задолбаюсь все это дело искать. Так. Да, мой спутник красава. Он так не кисло уже мочит их. Так, использовать. А, кстати, да, я хавку-то забыл взять, которая спутником урон увеличивает. Ну ладно. В общем, погнали. Теперь сюда. Ну, почти попал. Где-то там, где-то там. Кстати, у них у всех. Вот то-то. В инвентаре валяется. Это что, Скелоса, что ли? Хо-хо, прикольно, последователь Скелоса. Череп, а, так еще и колдун, ёпс, дай. Не зря завалил его. Воля.
Джамили. Да, развилки здесь, конечно, я помню, адовые. Не помню, зачем я сюда приходил. Но развилки здесь, конечно, адовые. И еще вытяжки. Да, куча всяких вытяжек тут я себе налутал. А, соберите перья. А, вот. Кстати, соберите перья в гнезде стервятников. Видали? О, я же говорил. Есть они там. И 6-й левел себе апнул. Нафиг не нужный. Но блуждать здесь не переблуждать. Стальная булава. Ладно, это точно нет смысла смотреть. Что у нас здесь? Здесь проворство получаешь. Ты очень сильно качаешься по проворству, хотя ты не кисло силовым оружием дубасишь. Интересно, конечно, что ты как ты будешь дубасить оружием на проворство. Вот это прям сильно интересно. Так, ну это всякая фигня. Это всякая фигня. Точно мне не нужная. А вот наверх. Да, туда вниз не сходил, но наверх нужно будет сходить. Точнее, потом после верха нужно будет сходить обязательно. Если сейчас не грохнусь. О, нужно больше сокровищ. Так. Ну куда ты побежал? Ну давай добью. Тихо, не надо падать. Иногда, конечно, бывают у меня спонтанные паузы. Потому что оно закладывает окончательно, и уже без вариантов только паузить приходится. Давай лучше сразу сходим. Черный корсар! Ты че творишь? О, мини-босс был. Ха, прикол. Да, пускай будет хавка, чё. Блин, ухо заложило. Плохо слышно. О. Долбанные рефлексы. Прибыл груз из супермира. Фигня всякая. Про какие рефлексы я говорю? У меня это... Выработался рефлекс, если я зеваю... О, это ухо закладывает. То мне сразу же зевать тянется. А когда зевнешь, то ухо раскладывает, как бы это ни звучало. Ой. Так, где у нас подъем идет? По тому подъему я поднимался. Черный корсар. Слушай, ты черный, потому что ты черный, или просто у тебя такая крикуха? Вот просто даже интересно. Бандана черного корсара. Легкий доспех, урон наружу для проворных. Ну, допустим. Пару повязок. Эбонитовые шмотки. Ой, шелк. А, да, я, кстати, посмотрел, там из них, из эбонитового что-то раньше, по крайней мере, можно было что-то крафтить. Сейчас не знаю, можно нет. Но в этом плане, конечно, да. То есть это все-таки не просто сокровище, а это ресурс, из которого ты что-то делаешь. Колдунов можно мочить спокойно. Вкусная каша, пускай будет. Тихо-тихо-тихо. Только толкаться не надо. Какая сволочь стреляла? А-а-а. Одноногий Джо стрелял в меня. Так, можно сюда пройти, можно туда пройти. Ну вот, ты козлина, конечно. Из-за тебя труп свалился вниз. А если там было что-то интересное? А? Ты об этом не думаешь? Так, с кем ты там дерешься? А, вот с кем. Давай помогу. Помогу, делов-то что-то много, что ли.
Самое главное с правильной комбинацией вылететь. И все будет хорошо. Сундучков я не вижу. А, вот здесь вижу. Ну вот, пудра это хорошо. Ну, типа... Да, я помогу. Клинок черного корсара. Ну, пускай будет. Угу. Пиратская записка. Ну, пиратский доспех изучил. И наряд черного корсара. Ее, клево. А, вот там должен наверху быть тот чувак, с которого мне нужен осколок. Здесь ничего нету. Здесь, конечно, да. Улькнуться. Вот только про это хотел сказать. Улькнуться, конечно, здесь прям на изи-бризи. И, кстати, это далеко не первый раз, когда я так падал. Это сразу вам говорю. Я здесь не раз уже падал. Ну, не в этом выживании, а в целом. То есть вот так вот тупо падать, это вообще прям мое. О, интересно. Это просто гейзеры? Типа как около моего дома или нет? Я пытался куда вот? Вот туда куда-то плыть пытался. О, чего я только не пытался на серверах делать? Ну, типа, интересно, поплыл. Вот по вот этому пляжу ходил. Там, кстати, тоже что-то было это интересное. Уже не помню. Ну, то ли находил что-то, то ли что. Кто бы это все запомнил. Но был хороший воин. Воина и не стало. А, вот, острый. Серьезно. Ну, ёпста, дай. Так, что у нас здесь? Немного всякой фигни. Ну, сундуков, конечно, здесь тьма. О! Такие сундуки я уважаю. Но лутать из них можно только... как говорится, цитаты великих людей. В кавычках великих. Лутаться могут лишь не все. О, да. Вот это вот можно дотащить себе до базы. Кстати, дотащить до базы. А могу ли? Да ты серьезно? Да-да-да ну нафиг. Да-да-да ну нафиг. Как я раньше до этого не додумался, что я могу хоумиться с этим. Это прикинь, мне просто не через всю карту тащить это. Ну ладно, через пол карты. А всего ничего. Кстати, вопросик надо убрать. Вот как красиво поставил вопросик. Так, переход. Так, 40 тысяч 200, кстати, да, вот 40 тысяч стало семерка. 43 241. Ставим. Что-то... А, вот так вот надо. Типа я кликаю и устанавливаю ее. Ого! 3000! Ты 3 косаря дал? Ты понимаешь? А, 5 косарей даже. А, было 40, стало 45. Фига, 5 косарей кошара дала. Вот это я понимаю. А я знаю, где сундучки находятся. А с отхом работает. Вообще кайф. Короче, набить все это дело. Вот. Таким читерным способом, как телепорты, очень даже изи-бризи. Ну ладно. Это все фигня. Находимся... О, кстати, вот так вот красивее выглядит, да? Yeah, все. А, находимся мы рядом. Так что здесь идем уже пешком. Для объединения вот этого всего камешка воедино. Ой, у меня...
Видос вроде хотел сделать немножко продуктивным, а столько много, как обычно, всякого вот этой фигни. Кстати, мне интересно, что это такое? Вяленая рыба, нифига себе. Нагрудная повязка? Такое можно сделать? Я даже не думал, что такое вообще... Не то, что даже нужно. Такое можно сделать, я даже не думал. Это, конечно, да. Так. О, бешеный. Бешеный. Бешеных надо валить. Здесь в целом-то недалеко. Здесь или вот здесь, или дальше. А, там будет пустынное помещение. Бешеный. Ну, экспозиты дают много. Так, да, получается, сейчас надо вот это пройти и туда дальше. Да, точно. Вот на карте вопросик как раз появился. Ху-ху-ху-ху-ху. Только нужно аккуратнее здесь ходить. Эта зеленая стена очень даже сильно покажет, где, так сказать, куда тебе нужно идти и вообще кто ты такой. А, здесь у нас идет уже пустыня. Пустыня. А, здесь скорпиончики. А, вот эти вот полукошарики, которые были... Ну, которые видно было в ролике, ну, которые при запуске игры... игры отображаются. Вот мне, вот они, кошарики эти. Вот, пустынные типа. Они по факту жесткие. То есть они прям, песчанка. О, песчанка. Вот, XP дает, конечно, не кисло. Ну-ка давай, что скажешь? Невольник в этом крае хранится камень Карры. Здесь ты будешь служить божеству. Не охраняет. Ой. Я вот это, зачитался текст, и давай по-своему мочить уже. Ну, в общем, да. Маленькая подсказка на входе. Чтобы ты, если что, знал, что, когда, где. Здесь вроде бы больше ничего не должно быть. Хотя, черт его знает. На всякий случай осматриваемся. Здесь вроде должен просто NPC стоять. Здесь не должно быть никаких мобов. Вроде бы. Основное слово. Этот зал очень смахивает, знаешь, на какой зал? На зал в безымянном городе. Вроде бы да, цитадель Триумвирата. Вроде на нее смахивает. Вот эти вот там в этих местах лутаются сундучки и так далее. А здесь огромная змеюка горцевала. Но здесь же у нас стоит боец. Петрузза, одержимый песчаной бурей. Ну, короче, маньячело. Базарим. Ну, немного лора. А, в целом понятно, что про какие-то артефакты рассказывают. А, и понятно, что вот как появляется вот этот камень Кара. Вот. Ничего не базарить больше. Вот, сердце песков. Ингредиент. Так мы его и получаем. Так. Что я хотел глянуть? У тебя 15 левел. Проворство минус, сила плюс. Но это хорошо. Немножко баланса. Учитывая, что все в основном вы у меня с силовым оружием тусуетесь. Так что немножко баланса — это хорошо. Давай посмотрим, что еще здесь есть.
Но в целом здесь ничего и не должно быть. То есть, в целом, этот чувак базарит, так сказать, делает напутствие. Это он. Да, Катари. Да, это чисто он. Только вот, не поднять ничего с ним сделать нельзя. Прикольно. Типа там какой-то колдун его песком засыпал. Скажем так, это хоть какое-то объяснение. Ну вот, в целом, мне получается еще надо две пещеры. Два артефакта еще заполучить. И они у меня будут абсолютно все. А, кстати, что я туплю? Хоми. Итак, мы возвращаемся быстрее до Хоми. Да, это у меня два. Потому что я пришлось мне посетить еще раз, чтобы этот выполнить квест. Ачивку, скажем так. И вот нам то, что нужно. То есть у меня 4 из 6 уже есть. Остается посетить вот это. И посетить вот здесь. Кстати, наткнулся в интернете информацию на вот это вот. И там, типа... цепочка квестов, где дадут тебе этот возможность изготовления оружки. Так, давай так-то охранять. Стой здесь. Вот на пустыню, точнее буря появляется. Но здесь, как видите, кайфовое место. Здесь буря не отображается. Ну, то есть, сюда буря не доходит. Скидываем немного сокровищ. Кстати, ты у нас просто, получается, да, ставишься? Да, то есть ты финя. То есть ты ни на чем не влияешь. Разобрать? Прикольно. Делается из рога. И вот на пустыне, то есть буря, она никак вообще меня не цепляет. То есть она где-то вот здесь что-то проходит по вот этому пути. То есть меня она вообще никак не цепляет, что очень даже хорошо в этом плане. Я только за. Что у нас еще по сокровищам? О, кстати, давай использовать. Угу. Есть еще что? Ну вот серебряные монетки. Да и вроде бы все. Да, по сокровищам. Что у нас в итоге? 45-700. Седьмой уровень угрозы. То есть, на пятый левел я уже, можно так сказать, набабахал себе. Застрял. Спокойно. То есть, с этим проблем нету. Там только нужно будет слитки золота убрать, и как бы уже будет хорошо. На 10 левел, посмотрим, получится, не получится в целом набабахаться вот этого, так сказать, налутаться за этот период, или же не получится. Там уже будет видно. Ну а что на сегодня? На сегодня уже все. Ну-ка, давай посмотрим, что за кузнечные меха. Типа, можно так вот декоративно поставить их, да? Вот, к примеру, вот сюда. Они вроде как-то так должны стоять. И типа он печку раздувает. Ну ладно. На сегодня уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.